Ну что, попробуем. Мы ищем микрофон. Микрофон. Хорошо. Нам слышно. Сейчас все приходит. Танюш. Да. Ну, для начала очень хотел бы искренне от себя и от своей супруги поздравить тебя с днем рождения. Спасибо, дорогой. Эпиграфом к моему поздравлению. Четыре твои строчки замечательные. У ветер памяти, не знающий преград, он столько возвращал меня назад, и до сих пор тасуют карты лет. Лишь то мне свято, что приносит свет. Это твои стихи. У меня поздравления. Как в музыке жизни сердце твое счастью и свету откроет окно. Многое в нас на пути позади, с прошлым расстаться, увы, не спеши. Солнце и море, дети, друзья, радость, любовь, все, что было вчера, самое лучшее надо сберечь. Много еще впереди будет встреч. Памяти ветер не знает преград, но он будет этому сказочно рад. Видеть тебя, королевою света, музой для близких и для друзей. Счастья желаю на многие лета, и песню судьбы пропоет соловей. Спасибо, Володя. Ну и... Я исполнил свою старенькую песню, текст мой, музыка известная Юрия Висбора. Все позабыв порой, путь одинокий свой, распишу красками, размазками. Холст судьбы моей станет еще быстрее, закружит еще быстрее, шумя в суматохе дни, при скорости при такой, забуду про свой покой, и не замечу вдруг, где враг мой, а где мой друг. Так черту послать покой, стану совсем седой, себя раздарю друзьям, и сердце любви отдам. Не будем спешить, мой друг, чтоб не замкнулся круг. Путь от судьбы к судьбе, к счастью, к своей мечте, в сомнениях тону порой, и можно махнуть рукой. Но главный вопрос такой: остаться самим собой. Спасибо. Еще раз поздравляю. Танюш, оставайся такой же собой. Прекрасной, красивой, творческой. Всего самого-самого замечательного тебе. Спасибо за такие теплые слова.